Вениамин Кондратьев потребовал обращать особое внимание на наличие необходимой вокруг территории инфраструктуры. На случай отсутствия условий для предоставления земель глава региона поручил разработать альтернативные инструменты компенсации многодетным семьям. Земельные участки сегодня должны однозначно многодетным семьям быть предоставлены. Однозначно предоставлены. Они еще должны быть с инфраструктурой. Вот в чем проблема. А у нас либо участки дают непонятно где. Не доедешь, не дойдешь до этих участков. Еще плюс без дорожной инфраструктуры и любой инфраструктуры. И возможности предоставить участков, как самих участков земли нету, так, естественно, и инфраструктура дорогая. А может быть, альтернатива будет дешевле. Давайте просто посчитаем для начала. Здесь надо посмотреть очень вдумчиво ситуацию и найти вот такой алгоритм. Я считаю, надо не одним путем идти, а несколько. И исходя из реальности, давайте посмотрим на другие способы решения этой задачи. Всего в Краснодарском крае с 2011 года муниципальными властями многодетным семьям предоставлено более 15 тысяч земельных участков под строительство домов.